В начале июля Минтрудом была проведена оценка этих дополнительных расходов за первый квартал 2022 года. Из 1012 показателей у нас на сегодняшний день выполнено 80%. Осенью бюджетникам в Приморье повысят заработную плату. Об этом стало известно в ходе заседания Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению экономика и финансы. В мероприятии приняла участие председатель правительства края Вера Щербина. Ну, сегодня был очень важный, один вопрос очень важный. Это по достижению целевых показателей по оплате труда указанных категорий. Хочу напомнить, что это педагоги, это врачи, это работники социальной сферы, культуры, все, кто подходит под эту категорию. И, собственно говоря, весь акцент был смещен на то, что некоторые субъекты Российской Федерации не достигают целевых показателей. Мы к этим регионам не относимся, мы все показатели исполняем. Она также подчеркнула, что в Приморье нет опасений, что регион может не достигнуть заявленных показателей по уровню зарплат бюджетников. Еще из области приятного, с 1 октября планируется повышение заработной платы, и коэффициент, если предусматривался при планировании бюджета 8,7% рост, то сейчас это будет 10,9%. И в связи с тем, что рост, так сказать, повыше, чем предусматривался, есть опасения, что некоторые субъекты с этим не справятся. Я хочу сказать, что мы с этим справимся, мы сейчас уже ведем расчеты, у нас есть дополнительные доходы бюджета налоговые, и мы их направим на достижение этих целей. Ранее Вера Щербина отмечала, что в крае действуют меры поддержки для сотрудников отрасли, где традиционно наблюдается низкая заработная плата. Это ветеринария, лесники, МЧС. В будущем году планируется дополнительно расширять спектр сфер, где есть такие меры поддержки. Анна Дьякова, новости на Восьмом.